День добрый, дорогие друзья, день добрый, уважаемые поклонники регби. Мы с вами находимся в Зеленограде, на поле стадиона спортивной школы Олимпийского резерва номер 111, где у нас заключительный день чемпионата России по регби возрастной категории до 20 лет. Начинаем мы с поединка за седьмое место. Мяч в игре. Прорыв, и Томас Гучуа великолепно завершает это наступление. Отличная атака после схватки. Поймали соперника. Вот здесь вот Гучуа просто не оставил шансов. Без проблем к тому, чтобы свою попытку оформить. Варыгина очень сложно на землю отправить, но удается это сделать регбистам Юга, буквально в метре от собственной зачетки, и есть попытка. Нет, еще не пересек мяч зачетную линию. Вот сейчас уж точно приземлили. 7-5. Дистанция и угол. Ой-ой-ой, а удар неудачный. Пытаться идти вперед. Варыгина здесь аж приподняли над землей, а это многого стоит на самом деле. Габаритный игрок. Но не пустили его южане в зачетку. Еще одна попытка прорыва. Отличный захват. Удается Академии Юг. Классный финт. И мяч все-таки оказывается в зачетке. Федор Шуев приносит 5 очков своей команде. 10-7. Красный Яр выходит вперед. Этот ветер, естественно, вносит коррективы в работу бьющих. Неточный удар. И первый тайм подходит к концу у нас. Отправляются команды отдыхать. 10-7. 10-7 впереди. Красный Яр. Две попытки занесли. Правда, ни одной реализации попасть не сумели. Отличная попытка в исполнении Академии Регби Юг. И они выходят вперед. 10-12. Ну и вот на ваших экранах великолепный атакующий маневр в исполнении Академии Регби Юг. Прошла вот эта вот передача на Сботова. И здорово ускорился. Просто прорвал. И точен. Точен Бачурин. 14-10. Становится счет. Ошибок. Это самое главное. Вот это вот ошибка Красного Яра. И посмотрите, как набирает, как разгоняется Дмитрий Павликов. Попытка Академии Регби Юг. 19-10. Смотрите повтор этого эпизода. Конечно, очень и очень неаккуратно действует Калычбек Казанов. Павликов просто вырвался из этого скопления игроков и здорово на ногах набрал. Без фишки все свои реализации Бачурин пробивает преимущество. Финальный свисток у нас раздается. И поздравляем мы Академию Регби Юг с победой, которая приносит им седьмое место в этом турнире. Ну а Красный Яр лично для меня одним из главных разочарований этих соревнований становится.